Блять, скипнулось. Всем привет, это игра под названием 7 сентября от компании Emica Games. Это хоррор-игра. Я уже пробовал одну из игр от этой компании стримить. Это был Father Days. Та игра никому не зашла. Надеюсь, вот это понравится. Потому что вроде как она страшная. И здесь я смотрел по отзывам в Стиме, есть отсылки на двух ютуберов. Посмотрим, что это за игра, как в нее играется, собственно. И тут есть гоблин, судя по всему. Выбор языка здесь уже все русское, ультра. Надеюсь, никаких проблем с ней не будет. Давайте все ультра и оставлю. Вряд ли она будет какой-то прям супер требовательной. Я сомневаюсь, что подобные игры сильно требовательные. Хотя были такие. Это кто? Тебе придется продолжить мою игру. Какую игру? Звездочку? Спасибо. Поиграй со мной. О, ну, с Новым годом. Сейчас не Новый год, чётко. Уже лето. Типа, о, море. Так, звезда. Она вся в чём-то. Наверное, в варенье. Новый год с чаем, в конце концов. К ёлке подойти нельзя. Эльф, ну, сидит. А можно выйти отсюда? Нахуй. Нельзя. Мешки какие-то. Гирлянды, все новогоднее такое. А что делать? А, взять. Ты не обиделся? Я просто... Блять. Че, ебанутый, что ли? Чем ты посмеялся, блядь? Несколькими часами ранее. Там придется кое-что обрезать. Надеюсь, я об этом не забуду. Миру мир. Дима, 19:00 вечера. Дима какой? Куплинов? Или мой друг Дементор? Ну, скорее всего, Куплинов. Игра, я так понимаю, от русского разработчика. О, кстати, это мем. Арн для игры Widget Dreams. Nens 1 Matrix Enza. Какие-то крутилки. Ну, это, кстати, похож относительно на мой двор. Только здесь не хватает торчков и людей, которые валяются в хлам на лавочке. Хуй жив. А, хуй, ну. Первые и последние буквы. Ху 2. О. Хесус АВГН. ГГН. Тилкоплей. Я так понял, это отсылки вообще на всех ютуберов, стримеров, кто играл в игры от Emica Games. Матрешка. Хоррор канала из ада Horror Games. А зачем я сюда зашел? Хуй. Вот именно. О, бабка. Пошли спустимся, поговорим. Или не поговорим, нас походу боятся. О, кстати. Аня сказала, что оставила мне сюрприз возле двери. А где мы живем? Ну, по идее, я вижу только один открытый подъезд. А все остальные закрыты. Так что логично, что я сюда зашел. Я, кстати, услышал там птицу. А на каком мы этаже живем? На первом? Нет. Я во все двери ломанулся, ничего не случилось. Вот еще двери, второй этаж. Нет, мы живем, походу, на пятом. Это ж пятиэтажки. Не, это многоэтажки. Кто морчит? Ой, это, наверное, и есть сюрприз. А кто морчит? Ебать, кот! Ну, ебать, в плане не кота, а то, что просто в игре кот есть.
Аня и Дима. Не, это походу не на... Ты лучше, спасибо. Если игра хвалит, это хорошая игра. Если загрузки постоянные, то это странная игра. Я не знаю, что можно постоянно подгружать мне. Но пусть подгружается, мне не жалко. Просто главное, чтобы прогрузки не были такими долгими. Папа отключает электричество, чтобы что-то сделать. Я не помню, не, в смысле не помню. Не успел прочитать, что разбитое зеркало. У нас, походу, проблемы. И у меня, походу, дома либо отец, либо еще кто-то. А что? Блять! Ёбаный в рот. Что это нахуй было? Вот была игра Madison, я помню, стримил. Хуёвый подарок. Присядь, возьми. Хотя, в принципе, поставьте вопрос на вход. Какая уродливая кукла? Где она её взяла? Ну, на рынке. Либо на заказ взяла. Это что, блядь, за... Арабские Эмираты, зачем оно? Оно даже не физическое. Завешанная мебель, походу, живут верующие. Ну, матрешки, значит, это 100% русский разработчик. Таблетки, карвау, там все еще подобное. Тут, может, пенсионер какой живет. Мама всегда мечтала продавать музыку, но моя бабушка заставила ее пойти в медицинский, папа купил ей пианино на день рождения. Мама была счастлива, она не смогла продать его вместе с квартирой. А зачем ты тогда зашел, блядь, в чужой дом? Либо это твой дом, но в таком случае, почему здесь салон? Почему здесь... Либо это наша квартира, но она, походу... А я могу выключить? Нет, не могу. Вот этот счетчик, блядь, я таких не видел уже. Я их никогда не видел. Роутер, кстати, у меня роутер выглядит хуже, чем вот такой. Домофон. Это что вообще такое? Не знаю, датчик движения, блядь. Коробок на полке. Система пожаротушения или сигнализация дома. А мы... Что по заданиям? Идите в свою комнату. А где наша комната? Это что? Ну, скорее всего, это ванна или туалет. На Е приближать можно. Это кухня. А мы никуда зайти не можем. Я понял. Значит, что вон то вон наша комната. То, я так понимаю, балкон. Скорее всего. Календарь. 2009 год. 2000... О, шумоизоляция классная, кстати. На самом деле ковер эффективнее параона акустического. Так что, наверное, это стример. Разберу рюкзак, прошел уже 3 недели, как я учусь в новой школе. А, это школьник, тогда он точно ютубер. Теперь я с чем-то там. Интернет опять лагает. А что, это какой видос? Ужас лагерей. А, это 58 сентября от Купленова. Выключи. Хотя пусть играет весело, позитивная музыка. А куда нам? Проверь книги на столе. Ты что, учиться будешь? Дима, я так рада, что мы с тобой теперь учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотел расставаться. А зачем я читаю на самой записке, когда справа есть нормальный текст? Позвони мне сегодня в 22:00, папа в это время уйдет из дома. Куда? Бухать? Я смогу поговорить. Аня, и сердечко внизу написано. Аня плюс Дима. Кто такая Аня? Я видел только что вот здесь вот отражение его.
Да хватит мне нахуй задувать все это. А зачем я тап открыл? Ой, не то. А как зажигалка включается? Я забыл. На F. Не задувай больше ничего, ебанутый. Посмотреть задачи. Посмотреть список задач на холодильнике. Что, сидишь? Не, он не на меня смотрит. Это кухня, да? Да, это кухня. Да, я говорю, батя уходит из дома, бухает чисто. Задача на холодильнике. Вот это? Ой, блядь. Задача на сегодня. Расправь диван, помой посуду, прибери в большой комнате, прибери на кухне, вынеси мусор. Много задач. Дима, мы с папой очень за тебя переживаем, но пойми, всего лишь новая школа, многие через это проходят. Нет, я все же не в одной школе учился. Папа просит, чтобы ты помог нам быстрее управиться с переездом. Давай завтра, когда я приду с работы, поговорим. Хорошо, поговорим. Фото прикольное, да. Это что? Пемо и мистер Пропер. Да, посуда не мытая. А нам надо ее мыть вроде, да, по заданиям? Что там по заданиям? Расправь диван. Пошли к дивану. Сейчас будем диван расправлять. Кукол, кстати, съебалась. Он, кстати, по дому вообще не бегает. На пианино, блядь, присел. Удобно? Давайте еще и кресло расправим. Там стул переезжает, блядь. Или кто это? Слон переехал из нашей комнаты на стул. Ты что, блядь? Вот я бы ему уебал на самом деле. Помой посуду. Чебурашка. Чего он задыхается? Я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогеры. Текста на 2 секунды. Как ты можешь читать его 8 лет? О, мормок. Я хочу тебе ударить. Мормок, кстати, был. Так, рафинад. Чай. Какой-то. 1 килограмм сахара в такой упаковке, да не должно быть так много. Рафинад это, короче, сахар в кубиках. Какие-то сумки, ну, либо это новая и есть квартира, ты кто, блядь? Либо это вешалки. Нет, это не вешалка. Да что, блядь, за диван? Что-нибудь так с этим рубильником, пойду включу свет. Но походу ты ничего не включишь. И там кто-то на кухне, кстати, что-то делает. Кто там? Это, блядь, в телевизор постучали, да? Чайник, телевизор. Это что? А, блядь, я думал это открыть. А они ж сбоку вешаются, типа вот здесь вот где-то. Это балкон получается. Это батя походу хозяйничает, когда не в хлам. О! Подожди, блядь, отойди. Она сейчас либо на нас, либо смотрите, здесь за закатки. Будем осматривать вообще все. Здесь труселя висят, штаны, джинсы, там холодильники, еще больше закаток, колесо от велосипеда, скорее всего. И велосипед, как я его вообще, блядь, не увидел. Санки. Сквозной балкон. Нихуя себе. Чайник. А по-моему, что-то изменилось. Блядь. Ну... Немного изменилось на самом-то деле. Мы живем здесь уже 3 недели. Важно подметил, блядь. И при этом что-то электричество не чините. И у вас какие-то идиоты, блядь, летают по дому. Возьми веник. Хорошо.
возьму. Носки, тапки, фу, блядь, здесь, наверное, воняет. Хотя это относительно похоже на мою комнату. У меня тоже все плохо. О, вот это прикол. А может это отражение, кстати? Да, это отражение. Это типа... Сзади меня он должен быть. А, ну он и был сзади меня. Что за мастер уборки, блядь? Я тоже так хочу уметь, что по задачам. Приберись на кухне. Пошли приберемся. Это получается... О, ключи, кстати. Да как ты это делаешь, блядь? Осталось выбросить мусор. Погнали. Сейчас я не удивлюсь, если будет скример. Возьми его тоже. Выкинь его, блядь. Да, вот именно. Выброси ее нахуй отсюда. Зачем тебе в доме какая-то кукла? Ты только дверь закрой, а то много алкашей и нариков там ходит. По дворам, по подъездам, в квартира двери открывают, все вообще это делают. Даже не знаю, зачем они это делают. Ну, наверное, им в кайф. Загрузки, наверное, я думаю, стоит будет вырезать в последующих играх, потому что... Но они происходят долго. На моем SSD-шнике. Он плохой. Поэтому впоследствии я буду их потом вырезать. На этом видео нет, потому что я на них разговариваю, и вы получаете какую-нибудь информацию во время прохождения. Выбросьте мусор и вернуться домой. Мусорка, по идее, должна быть в подъезде, раз это многоэтажка. Сука. А, кука. Это всякие теги. Винди. Тут, кстати, реально много ютуберов. Не надо такого делать. Олег Брейн. Жуй. И тут хуй нарисован. Матрешки. О, голубь. Сигареты. Ну, типичный подъезд. Можно посмотреть? Нельзя. А, позвонить. Я хочу позвонить какому-то из соседей. Но такого нельзя. Это откуда? Это япнул? Япнул мячик? Ну, хоть мячик. А где мусорка? А, вот. Так вообще рядом. Можно было прям с балкона скидывать. Миру мир. Наконец-то выбросил вот дурацкую куклу. А ты ее поглубже засунь. И она открытая. Ты ее закинь прям в коробку и завяжи ее нахуй за лентой. И за ленту ты вообще не оторвешь никогда в своей жизни. Это невозможно. Там, кстати, квартира открылась. И бабка поползла в нее. Но я туда не хочу. Не, оно мне нахуй не надо. Значит, надо. Ну, пошли сюда. А, ну и теперь мы будем здесь жить. Это жутко, черт, что за глюки, кто это женщина? Какая-то бабулька. Крест. Кто-то дышит из шкафа, наверное. Но он не открывается. О, нихуя ты здесь откуда? Заяц какой-то. А здесь на каждой двери крест. Некрещенный ты, блядь. А что делать? Лампочку поменять? Я ремонтник. Пальто одеть, постирать. Ну да, оно грязное, можно. Это сухарики, кстати. Не, это... Биомор канал, это сигареты. Не надо нам такого. Молоток. Он не берется. А ничего не берется. Хватит дышать, блядь. Сейчас молоток возьму, блядь. Уебу тебе, дышать будет нечем. А что мне делать? Смотреть на бабку?
что делать? Помолиться каждому кресту? Куда нажимать? Ну там бабки плохо, да? Вот так вот сделаю еще, посмотрю на нее детальней. А ничего, все, ей плохо, ей пиздец. Там ноют, он дышит. А ничего не происходит. Ну вот я зажигалку выключил. Отсюда вырваться пытаются активно, но это все заколочено. Пошли выйдем отсюда. Закрыто. Он телепортировался, там кто-то повесился. Эй, вы чё, блядь? Забаррикадировали нахуй. А еще у нас тараканы в голове. Там пиздюк заныл. Вот часто я могу взять молоток? Не могу. А кресты упали. А что делать? Смотреть сюда? Смотреть на гоблина? Пытаться что-то открыть? А! Во! Это поиграй со мной. Надпись. Все, пошли сюда. Ну нахуй. Ну нахуй я иду домой. Иди. Мы ж на третьем этаже вроде, да? Да, на третьем. Запомнил. А я, кстати, звонок не попробовал. Может быть, у нас хотя бы он взаимодействуется, работает там. Было бы очень неплохо. Хоть один рабочий звонок, блядь, в доме иметь. А то, ну, вообще без звонков в доме, ну, такое. Ты даже соседу не позвонишь. Это придется ему дверь разбивать кулаками. Кстати, походу, мне кто-то в домофон звонит. Сейчас, прогрузка будет. Домофон находится где? А, это не домофон, это телефон. А где телефон? Где-то здесь, блядь. А, он на кухне, скорее всего. Ну, типа, где все телефоны обычно находятся. Вот телефоны у многих на кухне находятся. Блядь, Дима, да... Дима, ты куда пропал? Ты 3 часа назад зашел к себе в подъезд, моя комната выходит во двор, я видел, как ты выносил мусор. Я зашел в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь, я решил, что что-то случилось, и решил проверить. Ну, не думал, что прошло столько времени. О какой соседке ты говоришь, она умерла прошлой зимой. Ты уверен, что это она? Аня, где ты нашла куклу гнома, и зачем мне ее подарила? Дима, с тобой все в порядке, я не дарил тебе никакого гнома, блядь. Ну как, ты оставил коробку с ним у двери. Дима, тут кто-то есть, это что еще такое? Нет, Аня, что происходит, что ты увидела? Она увидела гнома. Да ты заебал. Успокойся, ой, блядь. А, ну все. Гном пошел, о. А это ее труп, да? Ну хоть ведро поставил, не завянет. Это взаимодействуется. Сколько ножей я спрятал в третьем шкафу на кухне? В третьем? Раз, два, три. Этот. 3, 4, 5, 6. 6 ножей. Сосчитай до 5 и иди налево. 1, 2, 3, 4, 5. О, привет. Найди 4 елочных игрушки, когда пройдешь через люк. Какой люк? Вот этот люк. А он закрыт? А, он на пароле. Все, я понял. Это 3. 6, 5, 3, 6, 5, 4. 3, 6, 5, 4.
Готово. Левый контрол приседа. Да я это уже понял. Блять! Я подумал, какого хуя там взаимодействует. Я из Нарнии, блять, вышел. Монтировку, кстати, спиздили. Изоленту оставили. И здесь еще был нож. Где-то. Вот здесь вот еще один сверху вот этой штуки лежал. Его тоже спиздили. Кровь. Ой, не то. Он, кстати, сказал, найди 4 елочные игрушки. Это какие? Где эти елочные игрушки? Где, блядь? Сюда пока не заходи. Хорошо. Ух, розетку спиздил. А, я понял, нам елку украсть надо. Где могут игрушки быть? А, ну вот первая. Ножницы. Ты где? Ну он бегал только что. Либо он спиздил у меня только что елочную игрушку. Либо слепой, я не понимаю, где они. Ну вот, звездочка. Это что же игрушка? А куда? Дай подсказку еще. Где-то видел ломик у папы. На балконе. Что? Я сейчас должен подойти к лому, и он скажет: а, я тебя наебал. А, я его забрал еще. Ну ладно. Он что-то жрет вот здесь. За ковром. Тараканы. Здесь? Нет. Здесь? Блять, я убирался, кстати, между прочим. А где звуки отсюда идут? Нету его здесь. Где может лом быть? В ковре? Да не открывается под... А, блядь! Ну, ебанутый. А, бегает за диванами, блядь. Так, монтировка. Это мы выламываем свою комнату. Тем самым... Да ты заебал задувать мне. О, леденец. Это типа, молодец, возьми с полки леденец. Тебе нужен был торез, я спрятал его в шкаф. В этот шкаф? Под одеяло? Спасибо. Он настолько быстро выпрыгнул, что я не успел понять, что здесь будет скример. Я даже не понял, что случилось. Я думал, это из-за звука монтировки так. Блять, там суд на кухне. Или на ванной. А где ванной, я не знаю. Что случилось? А, понял. Так, погодите. Он... Блять. Это у меня? Нет. Это в игре? Я случайно... Я думал, типа, ее и надо смыть. Елочная игрушка, кстати. Хардбасим. Это, кстати, есть, походу, та бабка, и сейчас будет скример, смотрите. Не будет? Значит, вот здесь где-то скример будет. Или вот здесь. Нет, знаешь, когда мы куда-то пойдем, будет скример. Скорее всего, вот здесь, в этом коридоре. Я уверен, то, что будет скример именно в этом коридоре. О, это та комната из начала игры, кстати. Спасибо, ты так любезен. А вот здесь будет скример, смотрите. Раз, два, три. Ебать, гимнастка. Вот сейчас будет скример. Раз, да. Ну, на раз... А не на три, ну ладно. О, эльф.
Это вот эту елку, да? Ну я наряжу, мне не жалко. Проснись! Не хочу. Я хочу спать. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Ну максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор что Яшу, это было? Блядь, не зарезал? У Яши же там, типа, почки-то до сих пор на месте. Блядь, заснул? Он же, наверное, должен за ним охотиться, или как-то так? Так, а зачем я взял болтарец? Все было так реально, но я не мог никак повлиять на происходящее. О, там, кстати, Атос. Ну, карта так, мировая. Я не понимаю. Там вон Африка, Мексика. Ебать! Ебать. Бразилия, Россия. Там вот это стандартная была стандартная. Вон там скрема, Германия, Калининград. Я видел такую рожу, там, уже неоднократно, да. Не раз видел такую, здравствуйте, да. Кстати, место прикольное. И там тролль под картинками слева был. Это, получается, вся игра. На этом она подходит к своему концу. Александр Решетников. 3D-модели аниматора. E-маркер. Понял, модели куплены. Музыка, звуки freesound.org и звуки про. Кусаника. Куплинов, ой, да. Я так и думал, что Куплинов именно. Голоса из радио. Мармок и Джохан. Тоже, кстати, из этой же игры. Переведено португальским. А, это кто переводил на какие языки? Перевел на германский, на греческий. На испанский. Перво Ривас. На французский. Максим Лопес. На польский. Ну, в общем, я так понимаю, это вся игра. И дальше идут титры. Всем спасибо, кто досмотрел данное прохождение до конца. Всем удачи и пока. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will.